21 марта в Институте права Тольяттинского госуниверситета побывали руководители Совета ветеранов прокуратуры Самарской области. Гости познакомились с музейной экспозицией «Юристы Тольятти» и ее новым разделом «Прокуратура России. 300 лет на страже закона». Целью встречи руководства и студентов института с представителями прокуратуры стало обсуждение вопросов дальнейшего развития экспозиции и содействия Совета ветеранов прокуратуры Самарской области в подготовке научно-исследовательского проекта Института права прокуратуры города Тольятти «История в лицах». Этот проект направлен на более глубокое изучение деятельности прокурорских органов города Тольятти и сотрудников, работавших в них в разное время. Это люди, которые прошли, создали нашу государственность, люди, которые являются авторитетом в настоящий момент, и которые поддерживают законность и правопорядок, потому что, если назовем в общих чертах, в России. Сейчас музей Института права ТГУ насчитывает более 100 экспонатов, а создание его новых разделов реализуется в рамках проектной деятельности в ТГУ. Над созданием новой экспозиции раздела «Прокуратура России. 300 лет на страже закона» активно работали студенты второго курса Института права ТГУ. Совет ветеранов всегда с большим удовлетворением принимает участие там, где связаны вопросы государственно-патриотического воспитания, работы со школьниками, студентами. Поэтому вот то начало, которое было уже давно положено, мы его поддерживаем. Мы благодарим руководство, преподавателей, студентов вашего института, поскольку они действительно занимаются важным делом и готовы подключиться в любой момент, всегда, когда это нужно. Стенды с архивными фотографиями, медали, форму бывших сотрудников милиции и полиции Тольятти, все экспонаты, которые представлены в музее, напоминают его гостям о важности и сложности этой профессии. Этот музей, он является частью патриотического воспитания этих студентов, что в свою очередь приводит их к осознанию того, что они могут быть причастны к исполнению очень важных государственных функций. По завершении выставки приглашенные гости провели профориентационную лекцию для студентов Института права ТГУ. Им рассказали о трудностях профессии, ситуациях, которые происходят на службе, а также ответили на интересующие вопросы будущих работников правоохранительных органов.